В Махамбетском районе почти 1000 человек с ограниченными возможностями смогли получить технические средства реабилитации в рамках госпрограмм социальной поддержки. Есть также возможность посещения санаторных учреждений. При этом, если подать заявку, можно даже не входя из дома. Посредством портала социальных услуг подробнее о результатах его работы дали в видеоматериале. Жительница села Махамбет, инвалид второй группы Жания Шауменова, получает необходимое оборудование, используя портал социальных услуг. Для заказа требуется лишь доступ в интернет и наличие электронной цифровой подписи. В случае, если необходима консультация и помощь, то во всех акиматах сельских округов созданы специальные уголки самообслуживания. Через портал социальных услуг получаю нужное мне оборудование, даже такие бытовые вещи, как телефон, ноутбук, ну и, конечно же, слуховой аппарат. Большое спасибо отделу занятости, который создает условия для людей с инвалидностью. По словам специалистов, особая поддержка оказывается родителям, имеющим детей с ограниченными возможностями, а также сопровождающим лиц с инвалидностью первой группы. Инвалидов первой группы для посещения санатория могут сопровождать личные помощники. Им выплачивается социальная помощь в размере 55 месячных расчетных показателей. А мамам с детьми созданы условия для посещения санатория 70% скидкой. Стоит отметить, что на сегодняшний день на учете в Махамбетском районе состоит 1322 человека с инвалидностью. В рамках социального кодекса в настоящее время им оказывается 8 видов государственных услуг. В прошлом году в информационную систему ЕСАБЕС поступило 978 обращений, из них удовлетворено 90%. В этом году планируется обеспечить средствами 1012 человек с инвалидностью, в том числе часть из них направить на лечение в санатории. Аймгуль Хайруллина, Казбек Айткалиев, телеканал «Атырау», Махамбетский район.